Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 2. Рассмотрим произведение, объясним, как выполнено умножение. Вспомним, что при письменном способе умножения трехзначного числа сначала умножаем единицы, затем десятки, а потом сотни. Умножим 324 на 2. Умножаем единицы, то есть 2 умножим на 4. Получится 8 единиц. Этот результат мы записываем под единицами. Умножаем десятки, то есть 2 умножаем на 2. Получаем 4 десятка, результат записываем под десятками. И затем умножаем сотни. 2 умножаем на 3, получаем 6. 6 сотен, результат записываем под сотнями. Итого у нас получилось 648. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.